10 в квадрате, вы как, Антон, понимаете? Максим, 11 в квадрате, как вы понимаете? 10 умножить на 10. Вот, вы правильно понимаете. На груди тревожная кнопка, за партами особенные ученики, осужденные исправительной колонии. Математику за 11 класс взрослым мужчинам объясняет Надежда Лепник. Почти полвека она учит тех, кто не доучился и не получил аттестат о среднем образовании на воле. Моя вся работа в школе – это сплошное преодоление. Например, если бы я поработала перед физмат-факультетом, когда я решила поступать, поработала в пионерском лагере, я бы сказала, нет, я никогда не пойду в школу. Меня не слышно было. Я просто не могла даже говорить громко. Мне на уроке всегда говорили громче. Со временем голос окреп. Обычную школу сменила на необычную. В 26 лет Надежда Павловна по велению сердца уехала в Змеиногорскую колонию строгого режима. Решать математические задачи с осужденными. В конце концов, говорит учитель, какая разница, где и кому преподавать предмет. Мне казалось, что я их никогда не запомню, потому что прически одинаковые, то есть это ноль. Униформа одинаковая. Колония строгого режима, и поэтому ученики очень-очень взрослые. То есть это 23-25, 18-летних почти не было. Не поверите, интересный момент, но я учила своего одноклассника. Наверное, 9 классов он закончил, а среднюю школу не закончил. Строили глазки, писали стихи, признавались в чувствах, подбрасывали записки. За многолетнюю работу в колонии было всякое, и безобидное, и даже опасное. Человек пришел, он даже не ученик, и не выпускал меня из класса. В присутствии всего моего класса, где я классный руководитель. Не напугалась, а нервы сдали. Но от работы все равно не отказалась. Чувствовала, что нужна взрослым, оступившимся ученикам. Со временем перевелась в Барнаул, в лечебно-исправительное учреждение, где и работает по сей день. Ну, например, круг. Так, возьмите в скобки. Теперь треугольник, вычесть круг. Я всегда говорю, если на перекрестках Барнаула мы где-то увидимся, если не хотите, можете даже не здороваться. Но чаще всего здоровье приветствует, узнают, я даже удивляюсь. Скажу, очень позитивно человек. В тех местах как бы это очень хорошо. Как бы всегда тянулся, всегда ходил в школу, всегда выполнял задания, какие бы ни ставила она. О моей жизни разговаривали много раз, ну, о родителях, как так получилось и всему тому подобное, как бы. Да, часто спрашивали, разговаривали. После уроков даже оставался, мы разговаривали с ним. Всю свою жизнь Надежда Павловна посвятила ученикам в колонии. В них вкладывает знания не только о математике, но и жизни. А самый лучший подарок от школьников, несомненно, один. Чтобы после освобождения они никогда не возвращались на ее уроки, лишаясь свободы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.